Подожди, я все, говори. Друзья, здравствуйте. Мы находимся на выставке «Экспоцентры Москва-Сити», посвященной энергосберегающим технологиям, зеленым технологиям и электромобилям. Мы выставляем наше предприятие «Экопероксид водорода». Представляет две технологии. Одна из технологий – это не относится к энергетике, но это экопероксид водорода, это чистая перекись водорода для повышения урожайности зерновых при их посадке на полях. Это первое. А второе, основная технология, это получение электричества, получение тока посредством химических генераторов электрического тока. Первый генератор – это повышенной мощности 880 Вт. Второй генератор – походный вариант. Он умещается вот в этом рюкзаке, 240 Вт. Что он позволяет? Позволяет получать 5 Вольт, 12 Вольт и через аккумулятор и инвертор получать 220 Вольт. Включить можно? Нужно. Только светит он очень сильно вашу публику. Вот, 600 Вт. То есть, если мы зарядим аккумулятор, получаем 600 Вт. От этой установки, если мы зарядим аккумулятор, 3 100-амперных аккумулятора, то мы получаем 3,5 кВт мощности. Как они работают? Это электрохимический генератор, топливом в которых являются вот такие пластинки 11 на 20 сантиметров, алюминия или же магния. Для алюминия электролитом является щелочной раствор 10%, а для магния является соленый раствор соли 10%. Что еще можно сказать? Вот эта установка, она более мощная, она позволяет тоже выход USB 5 вольт, 12 вольт для зарядки мощных аккумуляторов и 220 вольт уже получать 3,5 киловатта. Вот в данный момент с одного аккумулятора мы можем получать 1 киловатт, инвертор у меня на киловатт, а с трех аккумуляторов больше 3 киловатт. Еще одна функция у нас предусмотрена. Очень интересная модель. Это пояс оздоровительный с инфракрасными диодами. Мы подключаем в разъем 5 вольт и можем оздоравливаться и главное согревать человека при минусовой температуре. Не только лечить его, суставы, например, а тут светодиоды, они в 5 рядов, они обладают частотой проникновения в человеческое тело. И человек обогревается и излечивается. Вот эти наши устройства позволяют в отсутствии энергии, тепла, солнечной энергии, ветрогенерации получать энергию из металла, алюминия и магния. Вот выставку покажите. На выставке, в принципе, много народу, много людей интересуются, подходят к нашему павильону, потому что таких вот технологий, это старые технологии, но давно забыты. А наша задача старые, забытые технологии на службу человека привнести в нашу жизнь. И вот, имея алюминий или магний, можно получать мощную энергию, в десятки киловатт. Вот покажите еще стенд вот наш, технические характеристики. Кто заинтересуется, пожалуйста, наши координаты, где возьмем. Сейчас я покажу. Покажите. Вот. Канал у меня есть, Михаил Веденский, в Ютубе. Пожалуйста, ко мне обращайтесь, кто заинтересуется. Задача наша — найти производителя, кто может эти изделия производить массовым тиражом для населения. Мы разработчики. Это технология Института Академии Наук. Она была разработана для электромобиля на алюминиевом топливе. То есть электромобиль проходил в 5 раз больше, если использовалась эта установка на штатном аккумуляторе.
Но мы решили не по пути электромобилей идти, а по пути получения энергии для населения в каких-то труднодоступных условиях. Вот вкратце. Покажите залы, чтобы много народу, публики много. Ну, люди интересуются. Как это работает? Да, да.